Работали очень хорошо вчера, тут до хера кого попробивало оси.
экипажа идут, блядь. Спальники кокон или как плед? Что за одежда у тебя? Раз, два, три. Спальники, спрашиваю, кокон или как мешок? И больше до сколько стоит? Если легкие, 1000 рублей. Если гибкие, 2500. Магеллан, костюм такой есть? Я такого нет. Сын этот, ну военный. Уставной. Автобус, хоть ты дрочишься, блядь! Едь в своей полосе, блядь! Думаешь, правая быстрее пойдет? Да, на вороне все, кто сдает. Спальники продаешь, ты меня слышишь, нет? Да, принимаю. Слушай, спальники кокон или как мешок там на замочке? Нет, сбоку растягивается, как одеяло можно использовать. А коконов нету? Нету.
какой? На Волгодонской развязке. Левый, левый. Маяковского пробка, а потом все чисто.
господа, вот стоят, друзья. Да, там на выходе. Вот, стоят там на выходе. Понял, спасибо. Я сюда проезжал, они стояли там на выходе.
где стоишь? Ну, все, надо понять, где стоишь. А Лукой вот заезжаю, а ты на чем? Да, я уже прошел. Где ты сдавать будешь? Ну, я тут где-нибудь проеду. У меня этот самый, я с бака буду.
наверное, остановлюсь здесь. Ну, там береги, thank you.